Необычный случай в США. Американки разрешили развестись с мужем по Facebook. Решение, которое может стать правовым прецедентом, вынесли в Верховном суде Манхэттена. Он установил, что документы для расторжения брака будут отправляться через страницу в соцсети, поскольку установить местонахождение мужа не удалось. Не помог даже частный детектив. Супруги оформили брак в 2009 году, вскоре их отношения разрушились. Молодой человек отказался сыграть свадьбу по традициям Ганы, откуда родом его избранница. Некоторое время пара поддерживала связь по телефону и через Facebook, но потом супруг исчез.